Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик. Сегодня мы с вами послушаем Акитари и Арси в главной роли. На продакшене у нас Хитош, кстати, очень знакомый ник, понятно. Вот, тречок, который является платным заказом, ссылочка в описании на Twitch, там есть донат алертс. Все внимательно читайте, донатите, ищите себя в Телеграме, потом, конечно же, на Ютубе. В общем, я думаю, вы все знаете. Арси. Вообще не являюсь его фанатом, но как бы мы его знаем, и за его определенным творчеством мы с вами следили. Да, например, там свой 33 пишечка была, точнее, альбом целый. Акитари вообще впервые вижу, но у него есть с Юки фиты, тоже что-то очень знакомое, мы с вами тоже его где-то видели. Не помню только где, но что-то знакомое. А, вот тут мы его видели. Все, вспомнил. Вот. И как бы все. То есть этого человека как бы практически не знаю, считайте. Вот. Сейчас посмотрим, что это такое. Вот. Насколько это круто, почему это задонатили, не знаю. Если хотите, чтобы я послушал фул альбом, то предлагайте в комментариях. Если ваш комментарий наберет достаточное количество лайков, то мы с вами послушаем. Но мы начинаем. Спасибо, бро, за поддержку. Let's go. У меня там звуки какие-то страшные. Начинаем. Есть что-то от Воя. О, Арси не стонет наконец-то. Окей, нормально, Арси. Да, Рика Котон. Возможно, рановато. Бит крутой. А, это даже альбом 24 года. Это было вообще недавно альбом-то выпускался, да? Так, подожди, а кто тут еще есть, ребят? Юки, Воя 33, Айсиаура, Бэйби. Айсиаура что здесь делает? Из его сквада чел хилить. Пейнер. Арси Шарок делает. Слушайте, ну это круто. На самом деле прикольный трещок. Худший трек с альбома задонили. Ну вот такой задонили. Я бы хотел послушать фул альбом, так что предлагайте в комментариях. Предлагайте в комментариях. Ссылочка в описании. Блять, что? Какая ссылка, что не ссылка? Короче, предлагайте и собирайте лайки. Вот. Вообще систему скоро бесплаток надо бы уже как бы менять. И я вот думаю, пока еще ничего толкового не надумал. В общем, прикольный трачок, структура слабенькая, но ритмика мне очень нравится, очень круто идет Акитари, он крутой, Арси хорош, в куплете скучновато, разнообразия мало, то есть трек как бы, по структуре вообще слабоват, но выполнен достаточно качественно, с классной ритмикой, за счет чего мне нравится. Вот, прикольно, прикольно, спасибо, да, в этом что-то есть, но... Я думаю, на альбоме есть получше треки. Вот вы говорите даже, что зависть даже. Ну, там Воя 33, так что окей. Окей. А мы ее не слушали, нет? Зависть, как будто... Как будто мы ее слушали, не? Вот, Воя вообще что-то в инактив упал. Но это хорошо, пускай отдыхает. Потому что пиздец он надропал в начале 24 года. Это пиздец, конечно. Вот. Так что Арси меня удивил, не постанал в этот раз, а сделал что-то реально качественное и годное. Но по структуре, конечно, гипер ровно. К слову, трек этот в 24-м году выполнен, поэтому я вас прошу, добавляем ли мы это в общий плейлист?
Нет, слабо. Слабо. Окей, понял. Хорошо. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, Discord. Ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.